И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Onerta City of Gangsters. В предыдущей серии, так вот, нежданно-негаданно, к нам в компанию бравую нашу пришли два замечательных персонажа, потому что, ну, посмотрите, вот посмотрите на это. Уху, еще и с винтовкой вместо стрелка, и вот эта замечательная дама, у которой отключение запугивания и автомат. Кстати, почему надо автомат найти? Какой-нибудь прям зашибенный. И надо еще раз проверить пистолетики. Не у кого ли что-нибудь улучшенное? Ага. У этого здоровяка стоит улучшенная бита. Ну да ладно. Вот не знаю, вот волк, он вроде ничего, но... знаю. Он очень хилый. Вот мышцы как, вообще по нулям. Здоровьюшка. Ну, не знаю, как-то вот плохо он себя показал. Ладно, что у нас там было? Мы какое-то задание завершили. Завершение этого задания какие-то... Так, это громилы. Отель. Там пиво где-то надо. 50 пива. Вот. Ужас какой. Продает 50 пива. По всей видимости... Давайте дока. Он быстрее сделает. А вот мне интересно, кстати. А. Так, вот. Является силовиком и дополнительно повышает два авторитета. А Джульетта... А что дает то, что она мошенница? Ну, то есть, как бы, это что-то дает клевое или нет? По идее, вроде должно, но как-то нет. Ну и ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, что я делаю? Сейчас бы... Ну да, это я. В общем, кому интересно, вы потом почитаете. Чё-чё, мясорубка? Вы использовали способность париться, игра в кости в течение одного хода. Чё-чё-чё, 15. Это как так? Ну ладно. А, хорошо. Так, нам нужно вот здесь вот беседа. О, авторитет пролетел, замечательно. Давайте на всякие беседы отправлять шефа. Потому что все-таки. А сюда отправим тогда 60 приязней. Ой, блин. А, ну давай, давай. Короче, еще на ранен. Не, ну конечно, давай. Ёлы-палы. Ну, а я могу как-нибудь с помощью задания, а? Я же для того и... Блин. Почему место нельзя купить? Ладно. Надо место срочно покупать. Где там была заданница на 50 пива? 50 пива, вот замечательно. Надо купить место. Это плохо совсем, что-то как-то. Ну 50 мест, это же вообще... Где там склад был? Надо склад купить. Кому надо? По шапке надавай, чтобы здесь все нормально было. Ну? Это чё? Купить пиво, ограбление, налет. Так, банк. Что тут? Беседа еще раз. 60 приязни. Плохо. Выпей 10 алкоголя. Ну это свинство. Right. The club is getting more popular each day. People are already talking about it, but we need something to make the crowd boil. Выступать до нашей публики. Хорошо. Привлечь людей. Замечательно. Дай мне сперва бизнес наладить. Пожалуйста, женщина. Нельзя как-нибудь? 60 приязней. Это свинство, конечно. Ой, я прям даже не знаю, что делать-то.
Там никто место-то не продает. Вот, продает 50 мест, супер. У тебя одни банкроты среди клиентов, слушай, мне прям даже жалко их становится. Так, ну и тоже, каждый раз. Банкрот, банкрот, банкрот. Так, приобретаем. Строечку приобретаем, замечательно, сейчас там отельчик откроем. А пока что сделаем, пожалуй, тактический бой. Нет, 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 не так. Вот так вот, пожалуй. Так, ну это отель. 1000 чистыми. Я бы с радостью. А, ну да. Давайте лучше все-таки тактичечку. Все, открываем отель. О, черт, убежище надо улучшить. Ой, я сейчас чихну. О, сейчас. Блин, расхотелось. Ну так всегда. Вот так всегда. О, черт, 1000 нужно. Ой, как все плохо. У нас бара, кстати, по-моему. Нет, у нас есть один бар. Надо, я чувствую, еще открыть что-то, потому что как-то... Так вот, бар. Пивоваренка наш. Надо еще что-нибудь открыть. А, черт, не хватает. А, нет, все, все нормально. No rest for the boss. А, ну да, логично. Надо макруху для кого-нибудь выполнить, денег вообще нет. А так и быстро, и вообще. О, здравствуй, сосед, ты проснулся? Сейчас будет плохо. Давайте проверим Джульетту. Надо же на нее посмотреть в деле. А вот в поддержку. Посмотрим. Ромео будем брать на открытые пространства, где хорошо шашки огненные кидать. Я так думаю. У нас как раз... Ух ты, смотрите, вон она. Но она как-то... Блин. Но она какая-то прям светится, как фонарь. Ладно. Почему нельзя Ромео угрохать, чтобы она была... Ну это чисто женские уже пошли. Почему нельзя нашему боссу Джульетту подогнать? Ну что такое? Так всегда. Так, там есть кто-нибудь? Vigilant. Ух ты, какой голосок. Такая маньячка вообще. Yeah, мне кажется, ей стоит вместо автомата дать что-нибудь другое. Она как-то с автоматом не смотрится. У нас есть второй револьвер, такой же, как у нашего босса? Мне кажется, вот это ей больше подойдет. К тому же два чувака с револьверами. Револьверы себя очень хорошо показали. В общем-то. I need a drink. Да беги уж куда-нибудь. Нам где-то троих надо найти и убить их. Я пока что ни одного не вижу. Мне кажется, либо здесь где-нибудь тусуют. Что-то как-то слишком тихо. Blaze it. Слишком тихо. Она как-то бегает страшно, честно говоря. Ready, boss. Какая-то она никакая. Некрасивая. Ну ладно. А чё, где все-то? Мы пока что ни одного не зафиксировали. Всё. Это стоило сюда развернуться, чтобы ты заметил? Где? 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 Где враг замечен? Кого ты увидел? Пиксель-хантинг. Вот где не ожидала, да? Time to get a move on. Ладно, давай тогда сюда. I'll take care of him. Ну, да, я подозревала, что где-то здесь должен быть. Потому что... Как-то вообще... Блин. Да ёлы-палы. Vigilant. Давай, детка. Порви их всех. Так, есть еще где-нибудь здесь один? Он один упырь. Мы до него не добежим, конечно. Так, отвлечение. Враг действует с задержкой. Это на него лучше, конечно. А, на него мы не попадем. А это запугивание. Наносит 30 очков ярости. Тут и... Наносит ярости 30 очков повреждений и заставляет в панике спасаться бегством. Ух, хорошая штука. Такая маньячка просто. Ready, boss. Ага.
беги сюда. До свидания. Нет, черт, жаль. Так, тут окошечко какого-нибудь нет маленького. Жаль, конечно. О, он бежит слева откуда-то. Я прям по звукам слышу. Ух, выбежал. Еще и попал. Ты на кого тут? Перхоть крошишь. Тебе жить надоело. Ух ты, смотри, бежит, бежит. Фак, 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 фак. Бежим, бежим. I need a drink. Ненавижу таких упырей. Too much medicine. Сволочи. Сквикс, беги в эту лучшую сторону. Дешевле будет. Блин. Черт. Печально. Нет, уж давай в него. Да елы, пала. Ой-о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 й. Time to meet your maker. Так, ну вот. I'll go to great lengths. Давай, беги сюда. И в задницу ему всади. Как так? Как так, док? Ух ты ж, ё-моё. Какие резкие, слушайте. А огнём тут кидаются, понимаешь? Да ёлы-палы. Сквикс, ну ты чё творишь? Да ёлы-палы. Что такое? Что за день такой сегодня? Nothing personal. Всё, супер. Надо Джулиете всё-таки что-то другое место автомата дать. Нож! Опс, расстояние. Некоторые из лучших исполнителей молят мне организовать их выступление, а главное, мне еще нужно петь своим гостям. Бонус. Продолжайте улучшить популярность клуба, чтобы получать дополнительные деньги каждый день. Ух ты, левелапчик. Опа-па-па-пара-пара-пара. Сейчас сохраним. Сейчас левелапнемся. А потом побежим расследование улаживать. Хотя, я думаю, поднять уровень. Так, ладненько, сейчас будем долго думать. Умный стрелок. Шанс попадания дальней атаки увеличится на 10%, если стрелять из укрытия. Смекалка. Дополнительное очко действия. Получение 4 ОД, когда здоровым. Угу. Храбрость, ясно. Так. Увеличивает мастерство на 1. Там что? Рано. Мне вот как-то страшно становится, когда я все это вижу. Это сколько нам еще играет, то, чтобы все это открыть? Потому что мы открыли меньше половины, грубо говоря. А, атаки дальнего боя против этого персонажа имеют минус 10%. Это неплохо бы, конечно. Инициатива. Это там, да. Мстительный. Вот это бы неплохо, конечно. Но мастерство тоже неплохо. Но у нас левелап еще не скоро, поэтому... Сложно, конечно. Либо мстительный, либо мастерство. Мне кажется, мстительный лучше будет. Так, поднять уровень. Ты у нас с двумя пушечками бегаешь, специалист дальнего боя. Или мастерство тебе? Здесь... Так, мастерство. Мастерство отражает умение персонажа общаться с огнестрелкой. Не, ну у нас док очень редко стреляет из укрытия. Бегает и все. Ладно, давайте этому как раз таки мастерство. Золотые близнецы. Да. Так, тебе тоже поднимем. Ты у нас как бы тоже... Ой, я прям даже не знаю. Получение так, да. Храбрый стрелок, легкий толстокожий. Персонаж получает на 5 урона меньше от каждой атаки. Сила 2. Специалист критический шанс. Легкий поступ. Снайпер. Ну какой из него снайпер? Хотя, если персонаж не двигался. Увеличивает вероятность попадания каждого следующей атаки в пределах Андрея Мус. Черт.
Что значит очко инициативы? До сих пор не соображаю. Давайте лучше вот это возьмем. Хорошо. Вот мне кажется, у Марио... Хотя нет, Марио. С другой стороны, мы им не играем. Практически. Давайте ему отдадим обычные револьверы. А нашей вот этой... Брулетки-то поставим как раз-таки. Или Марио дадим как раз-таки... Хотя нет, подожди. У него что-то там в способностях, по-моему. Специальность дальняя, то есть... Ну, у него два ствола, название, но... Не, мне кажется, все-таки ему стоит дать автомат. Или да, или нет. Автомат неплохо себя показал. Я не знаю! Черт! Я не знаю. Сложно выбрать очень. Жалко, только четырех можно с собой таскать, и то, когда одного спасать надо. Так, у тебя из оружия что? Винтовка, то есть ты у нас тоже дальний бой, мастеролог с винтовкой, да-да-да-да-да. Мастерство, давай мастерство. Раз уж такое дело. Так, Джульетка. Тоже дальний бой. Не, ну мастерство у нее уже есть. Инициатива. Что за дальняя сторона? Ага. Мститель. А мститель неплохая штука. А. Если она из автомата будет стрелять, хрен она будет из укрутия стрелять когда-нибудь. Смекалка. Господи, я даже не знаю. Вот берсерк, давайте ей берсерк возьмем. Конечно, женщина, но берсерк. С другой стороны, она как бы будет, если ее там подранит, она будет истерить, и все умрут. 4D лишними не бывают. Так, хорошо. Пистолет. Почему у нас нет какого-нибудь клевого пистолета? А, кстати. Мастер Сохрабрость. Дальний выстрел. Вот это бы, кстати, да, нашему боссу. Он так часто стреляет, и причем неплохо стреляет, еще если и берсерк ему дать, когда здоровьишко плохое. На 4. Вот это. А у него еще и способность есть их приподнимать один раз. Ну, в общем, либо берсерк, либо мастерство. Да. Мне кажется, берсерк будет получше в данном случае. Он мажет редко. Ну, как относительно, конечно. Я до сих пор не особо понимаю, что это дает, что значит персонаж действует быстрее в начале битвы. Мне до сих пор как-то не очень понятно. Если кто-то понимает, ну, только если действительно кто-то понимает, напишите, мне просто интересно даже. Так, одно меньше для активации. А, ну, да, ладно. Не, давайте возьмем действительно берсерк. Так, кому там еще повысить-то? Жалко, вот этим всем нельзя поднять. Вот это я вообще не понимаю, зафига она тут. Мерзкая рожа это. Так, сохраняемся. Надо понять вообще, что дать нашей дамочке. Из оружия. Не знаю. Так, у нас там расследование, кажется, было. Куда пропало? Накал страсти никто... Не stop here, boss. Now is our opportunity to ride on Club Harlem's popularity and establish a whole entertainment district. Я приобрел интересную недвижимость, которую можно превратить в клубы. Представьте, какой-то будет рынок для нашего алкоголя. Построить 3 ночных клуба. Так, стоп. Не, ну его лучше выкупить, да? А тут уничтожить улику. Ой, ладно, давайте рискнем здоровьем. Из-за чего мы сохранились? А с денег нет, вот это печально, конечно. Мы могли бы откупиться, и хорошо бы было. Давайте Ромео возьмем. И так как он у нас со снайперкой, давайте тогда вместо Сквикса, потому что док, он как бы, да, он все-таки лечит. Сквикс будет в поддержке.
Первый раз в жизни. В поддержку. Сейчас позыркаем. У нас маньячка с автоматом есть. All right, let's go. Прям среди бела дня, смотрите. Интересно, если мы сбежим, то что, как бы? У нас расследование продолжится? Или как, или чё? По идее, должно. Но как-то сложно сказать. Blaze it. Ну, тихо, тихо, женщина. Мне не нравится ее костюмчик. Вообще не нравится. Она стоит еще как-то так вызывающе. Как будто бы под мужика косит. Yeah. Мне нравятся такие позывы. А, черт, нельзя, да? Ай! А я уже все, у меня уже рука тянется к молоту. Учитывая, сколько в меня кидали. Vigilant. Хотя нет, стоп, подождите, там, по-моему, нет никого. I pity you. Нет, есть. Ну, ладненько. Давайте тогда сейчас. Another patient. О, черт, прям тут, смотри. Ладно, следующий у нас Марио ходит. Нет, уже нет. Дайте мне Марио, я хочу вас... Шотган! Хорошо. Горите, к чертям вообще. Вот сюда, чтобы вы не вышли отсюда. Никто, причем, чтобы не вышел. Ву-ху! Наконец-то сбылась моя мечта, я могу их убивать. Вот, чё, жалко, промах. Alright, let's go. Угу. Ух ты, нифига. Не, ну тогда пропускаем ход, конечно. Blaze it. Жалко, конечно. Пускай они сами к нам бегут. В огонь. Не-не-не, промах. Смотрите, они не хотят бежать. Подонки. Ну, этот стоит, он, по идее, сгорит сейчас должен. Док, давай, все надежды на тебя, как всегда. Но этот сам сгорит, я думаю. Ах, сволота. 50-й промах, это вообще. Танцуйте. Ладно, странно все. Ну, давай, все, ушел, отлично. Босс, ты сюда, конечно, не добежишь, ты застрянешь. Vigilant. Ромео. Все, фиксируйся. Ты полоумный. Офигеть, его сейчас убьют, смотрите. Док, лечись. Ой, надо было отбежать и вылечиться, что ж такое-то, а? Так всегда. Time to get a move on. Сейчас его опять угрохают. Ладно, давай. Пускай они там все горят. Ой, сейчас бы к ним туда гранату кинуть. Вот идеально кинуть огненную, чтобы они не могли выйти, а потом еще гранату им кинуть. Чтобы закончились сразу. Милая, ты так... Нет, не добежишь, конечно. О, нет. Чё, Сейчас нас поимеют. I need a drink. Вечно тебе что-то надо. Конечно. О, папа. Вы видите то, что я вижу? Я... Это что такое? Вот это что такое? Офигеть, что это? Кто это? Мы столько ходов понапропускали, а тут вон что оказывается у нас еще. Ты умрешь сегодня, нет? Блин! Blaze it! Сейчас, сейчас, девочка. Сейчас мы их порешим. Ах ты! Женщина, ты не туда стреляешь. Ты
знаешь об этом? Ай! Док, милый, защищай нашу Джульетку. This one's terminal. Все, минус один, здесь еще один притусует. Ну, я думаю, Марио снимет. Тут и Марио, господи, Ромео. Ну, они так похожи с этими, да? Yeah. Тарешки. Ща мы прям в упор к тебе подвяжем. Черт, почему у него тоже один ход? Блин, шефа не привалите только. Так. Да твою дивизию. Time to meet your maker. Всё, минус один, хорошо. Там их двое. Один почти сдох. I'll go to great lengths. Отлично. Убей. Ну и, конечно же, промах. Это что? Запугивание. Беги, трус. Ай, огонь закончился. Все, пора валить оттуда. Так, хорошо. Так, в этого мы можем попасть. Ладно. Черт. Ну ты полоумный, что ты творишь? Да давайте уже отстреливайте. Дайте мне пострелять. Я тоже хочу. That was a cinch. До свидания. Прикол. Все, теперь отбежать можем. Полезно. Это как у нашего шефа. На ОД у него на очки ходьбы. Ну, выстрелить, к сожалению, мы не сможем. Но ладно, не важно. Он отвлечется. Черт, надо было отбежать, а подлечиться, что такое? Так, ладно. Nothing personal. Ладно, зато у нас теперь лечилка восстановилась, это хорошо. Нападем, нет? С 5%. Нет, жаль. Ну ладно. I'll go to great lengths. Я уже понадеялась. Здесь нет никого? Кстати. Не, это долго. Хотя... Ай! Ага. Док, давай ты куда-нибудь. Я думаю, они там как-нибудь сами справятся. Я надеюсь. All right, let's go. Let's go, давай. Пошли. Так, лечимся. Стреляем. Косоглазый. Yeah! Kill that dog! Ну, я бы с радостью. Vigilant. Но эта тварюга мне не даст. I'm on it. Так. Ты умрешь? Черт, 10%. Ну, надежда была, но не оправдалась. Ладно, тут где-нибудь станет. Time to get a move on. Чё-то ты резкий, мужик. Time to meet your maker. А документы забрать? Я же не забрала. Или это как бы по умолчанию считается? То, что раз убила, значит ты была. Не, все хорошо. There's a reason why I'm the boss. Так, что тут можно основать? Мне, кстати, надо ломбард бы открыть. Но у меня денег нет. Короче, ладно, давайте тогда здесь завершим. Так. В общем, здесь завершим данную серию. В следующей будем уже разбираться с этими ночными клубами, со всем остальным. Денежков подгребем себе. В общем, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и зовите друзей. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.